меня вопрос. Да. Когда-то я тебе задавала этот вопрос, получила ответ, но я снова запуталась. Выбор есть или выбор без выбора? Вопрос какой? Вот этот вопрос. Выбор есть или выбор без выбора? Это вопрос? Выбор есть? Или вопрос выбор без выбора? Я тебя не слышу, ты микрофон отключил. Это один и тот же вопрос. Это не один и тот же вопрос, это два вопроса. Но ты их хочешь задать как один. Есть выбор или нет? Не, ну это все равно. Ты говорил, что выбор без выбора. Ну, то есть это говорится о том, что чтобы я не выбирала, ну, это как бы предначертано. Ну, вот то, что мне, например, утром проснуться, да, там, пойти в туалет, когда я хочу в туалет. Нет, да, я могу не проснуться, значит, выбор без выбора, я не проснулась. Все. Ну, то есть я не выбирала, просыпаться или нет, просто эту не проснулась. Ты не выбираешь. Да. Оно кажется, что ты выбираешь, но это уже до тебя происходит. И моя свобода в том, что я не выбираю. Твоя свобода в том, что ты видишь, что до того, пока ты начинаешь выбирать, уже происходит. Когда ты это увидишь, тогда не надо будет с этим соглашаться. Оно все происходит. Уже не будет той, которая будет соглашаться. Потому что ты уже увидишь, что выбор без выбора, он уже происходит. Но тебе кажется, что ты это делаешь действие. И так как тебе кажется, что ты это делаешь действие, ты хочешь это подтвердить, что тогда я буду свободна. Но ты уже свободна до того, как только ты увидела, что выбор без выбора, оно уже происходит. Действие делается, а ты только его видишь, как оно делается, и себе присваиваешь эти действия. Или действие не делается. Это не важно, что там происходит. Не важно. Не делается действие, ты тоже говоришь, я это не буду делать. Но это уже происходит до того, пока ты говоришь, что я это не буду делать. И я не делаю, потому что уже это происходит. Это происходит. Да. А потом ты говоришь, потому что я не хотела. Да, потому что я передумала. Да, типа, я передумала. А это уже произошло вот таким вот образом. Да. И когда ты говоришь, что это я не хотела сделать эти действия, так оно уже сделалось, а ты это увидела, что это сделала, говоришь, я не хотела это делать действие. Блин, еще закрученней стало. А? Еще стало все закрученней. Еще стало все непонятнее. Не, ну, оно так непонятно, чтобы разложить по полочкам. Оно ясно. Но оно непонятно. Ну это как ты в кино приходишь и смотришь на экран, и ты попадаешь как в реальность. Да? И если ты второй раз кино смотришь, то ты уже можешь рассказать про что кино, да? Так вот так ты живешь, и ты уже думаешь, потому что ты же делала действия сколько в жизни, да? Ты же говоришь, что я это делала. Правильно? Ну да. Ты всегда подтверждаешь, я это делала. Да, кто, у меня есть суп. Кто суп варил? Да я вам сейчас сварю суп. Я варила уже суп, я не один раз варила. Сейчас я вам еще сварю суп. И ты варишь суп. Ты уверена, что ты сваришь такой же суп, как ты сварила. И ты говоришь, нате, пробуйте, попробуйте, какой вкусный. Я уже варила не один раз. Пробуйте.
Но если придет осознанный человек, скажет: Боже, вообще другой суп. А ты скажешь: в смысле? Что ты не досолила, не доперчила, что я не доделала? А он скажет: нет, он просто не такой, как ты его делала раньше. Он не может повторяться. А ты говоришь: в смысле не повторяться? Я все делал как в тот раз. И тебе кажется, что это повторяется. И также ты приходишь в кинотеатре, смотришь кино второй раз, да? И ты говоришь: это повторяется. Но не может повторяться одно и то же. Так же, как и ты, которая сейчас, да, она не остается постоянной. Если бы оставалась постоянной, то это как Алена сейчас сидит на одном месте, да, и появилась такая же еще Алена. И представляешь, сколько бы в этой комнате Ален появлялось? Потому что это все исчезает, появляется. И если бы ты одна и та же появлялась, которая исчезла, а не новая появилась, то ты бы была как клон. Клоны, и вокруг тебя клоны появляются везде. Так вот это действие, бездействие, это то, как ты сказала, какой вопрос? Все происходит. Выбор без выбора. Выбор без выбора, да. Так вот, твой выбор без выбора. Ты вроде бы выбрала себя, но без выбора появилась опять новая. Ты вроде бы хотела бы остаться такой же, но, увы, это был не твой выбор, поэтому ты уже появилась новая. Потому что появлялись бы одни клоны вокруг тебя. И ты бы сказал: Боже, откуда вы, Алены, все? Зачем мне эти Алены? Так вот, твой выбор без выбора. Поэтому я мог иногда так сказать, что выбор без выбора. То, что я пришла сейчас на сатсанг, это сделалось уже раньше. Но всегда, понимаешь, когда этот мир появляется, а потом только ты потом его осознаешь. Мир исчезает, а потом только после этого ты осознаешь, что мир исчез. Мир появился, и после этого ты только осознаешь, что мир появился. Поэтому сатсанг начался, и тебе кажется, что ты пришла, а сатсанг уже начался. Он уже идет. А ты говоришь: я пришла на сатсанг. Блин, такая какая-то тоненькая штучка, и я не могу ее словить. То есть я это... это явно, это очевидно, но я просто этого умом понять нельзя. А ты не понимаешь, потому что ты хочешь это понять. Да. Это без понимания. Поэтому пока ты... Я все время хочу ухватить, оно не ухватывается. А тогда клон появится возле тебя. Только ты хочешь ухватить, клон появился возле тебя.